А вы помните сказку «Волк и семеро козлят» о том, как страшный серый хищник всех обхитрил и пробрался в домик? А смог бы он так легко пробраться через умный домофон от компании Ростелеком? Жилой комплекс «Островский» стал одним из первых пользователей умного домофона от Ростелекома. Открыть дверь в подъезд или во внутренний двор можно удаленно с помощью мобильного приложения. Специалисты Ростелекома и гости решили проверить надежность умной системы. Страшный серый волк пытался проникнуть на территорию двора. В итоге лесной хищник остался ни с чем. Домофон не пустил чужака на территорию жилого комплекса. Даже с работы, с приложением я могу посмотреть, кто звонит в домофон. Не то, что волк из сказки, тут даже комар не пролетит. Экосистема «Ростелеком ключ» продумана до мелочей. Непрошенный гость пройти не сможет, а настоящего хозяина жилища камера распознает за пару секунд. Также существует система временного допуска для курьеров и работников коммунальных служб. С помощью умных цифровых технологий «Ростелекома» мы повышаем привлекательность наших домов для клиентов. Мгновенная бесконтактная идентификация по лицу – это новый уровень комфорта и безопасность. Домофон дополняют и другие цифровые системы, такие как умный шлагбаум или видеонаблюдение. Сервисы способны распознавать автомобильные номера и собственные базы данных, а также обеспечивать трансляцию с камер внутреннего двора. Умный видеодомофон – это эффективное цифровое решение не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения создания нового уровня комфорта. Это устройство делает попадание в дом совершенно другим способом, удобным, контролируемым и безопасным. Сейчас подобные сервисы работают в трех жилых комплексах Югры. В планах у компании распространение умных домофонов по всему округу.